все о макияже в технике Cut Crease. Первое, что мы сегодня разберем, это то, что две стрелки должны быть параллельны друг к другу, за исключением тех случаев, когда мы хотим, чтобы эти две стрелки соединились. Но это уже немного другой макияж. Следующий момент. Верхняя и нижняя стрелка должны заканчиваться примерно на одном уровне. Рисуя любые стрелки, не забывайте о длине своих бровей. Кончик брови должен заканчиваться примерно на одном уровне вместе со стрелками. Рассмотрим на примере. Для начала укоротим с вами кончик брови. Как видите, уже как будто допрашивается этот кончик, чтобы его немного продлили. Вот просто чего-то не хватает. А теперь немного укоротим верхнюю стрелку. Видите, что макияж в данном случае также выглядит незавершенным. А что будет, если вы оставите длинную верхнюю стрелку, но при этом снизу нарисуйте очень короткую стрелочку. Макияж также выглядит незавершенным. А что же это за странный хвостик? Он был сделан для того, чтобы скрыть нависание моего века. Таким образом, при открытых глазах стрелка будет выглядеть ровной. Еще один важный момент – это работа со внутренним уголком. Не забывайте прокрашивать его, но также и в этом случае стрелки должны быть примерно одной длины. Как рисовать саму стрелку? Обратите внимание, что моя верхняя стрелка практически полностью дублирует нижнюю стрелку. Для того, чтобы нарисовать стрелку, вам нужно ориентироваться по складке своего века. Начинайте рисовать стрелку параллельно складке века. Дойдя до самой наивысшей точки, остановитесь. Наивысшая точка может находиться в разном месте, но, как правило, это середина нашего глаза. После наивысшей точки не ведите стрелку параллельно веку, иначе она у вас просто упадет, если у вас нависшее веко, как и у меня. После наивысшей точки плавно опустите стрелку вниз и после нарисуйте параллельный хвостик нижней стрелки. Вот и все секреты. Рисуйте стрелки и покоряйте взглядом весь этот мир.